Hyundai markas viegliem пассажиру авто diezgan anonīmi nosaukumi. i10, i20. Название автомобиля Hyundai довольно анонимны. i10, i20, i30. Зато для кроссоверов подобраны самые звучные имена. Santa Fe, Tucson. Наряду с ними название отыскалось и для самого маленького на сегодняшний день кроссовера Hyundai. Это новый Bayon. И специально для него был создан новый, радикально отличающийся от других дизайн. Задняя часть представляет собой авангард от стилистов Hyundai. Впечатляет своими смелыми ломаными линиями и позволяет выделиться в предложении малых кроссоверов. Jā, Bayon dizainā netrūkst amizantu detaļu, kuras varbūt mēs gluži negaidām no Hyundai. Да, в дизайне Bayon немало забавных деталей, которых мы не ожидаем от Hyundai. Например, аэродинамичный корпус зеркала немного напоминает BMW M3. Еще одна фишка – надпись на крыле. Увидев ранее 48V, люди могли бы подумать, что в машине 48 клапанов, то есть 12 цилиндров. В настоящее время это всего лишь означает, что у автомобиля есть легкая гибридная система на 48 вольт. Информации на страничке Scandi Motors указывают, что помощь электромотора следует искать в мощнейшей из имеющихся на данный момент версии Bayon. Это 120 лошадиных сил. Намного шире линейка предложений с однолитровым трехцилиндровым турбодвигателем мощностью 100 лошадиных сил, который также не обделен комфортом автоматической трансмиссии с двумя сцеплениями. Ну, кабина, протам, садгадин, явно, i20. Кабина напоминает новый i20, что есть хорошо, ведь она одна из самых продвинутых в своем классе. Это лучшая комплектация, поэтому у нас есть большой экран, виртуальная панель, красивые сиденья, а также беспроводная зарядка. В комплектации Style Bayon по-настоящему впечатляет и снаружи, и внутри. Ого, какая четкая камера! Ее можно включать и с помощью кнопки, не только сдавая назад. Включение заднего хода, а также драйва здесь происходит как обычно, с помощью высокого механического рычага, а не кнопками. Он обязательно понравится поклонникам традиционного управления. И еще им понравится, как едет этот кроссовер. Я опасался, что Bayon окажется типичным городским автомобилем. В этом нет ничего особенного, ведь малые кроссоверы в основном и используются в городе. Однако нужно сказать, что по крайней мере в таком исполнении автомобиль очень прилично едет и за городом. Всегда следите за спидометром. Особая форма зада выглядит как фасад музея современного искусства. Его задача – элегантно скрыть приподнятую крышу. Очень длинным Bayon не стал, а вот в высоту и еще как. И еще с конкретно подросшим в объеме багажником, который может гордиться элементарной, но находчивой конструктивной изюминкой. Я распотрошил, наверное, 100 разных багажников, но такую фишку я еще не встречал. Жесткая крыша, отцепляем шнурки, снимаем и опс, для крышки нашлось свое место. Hyundai Bayon Style стоит 24 тысячи евро, а с дополнительной комплектацией все 27. Комплектации Fresh Comfort с обычным бензиновым двигателем и трансмиссией с двойным сцеплением еще доступнее от 19 тысяч евро. Если готовы обойтись меньшей мощностью и ручной коробкой, то новейший кроссовер от Hyundai может быть вашим всего за 16 тысяч. Таким образом, Bayon напоминает один из телефонов Samsung среднего класса, например, A22. Не из самых быстрых и дорогих, но красивого цвета, много разных камер и уж страшно большой и четкий экран.